мы находимся в автосервисе с названием «100 корейцев». И его бессменный руководитель Сергей несколько лет назад, сколько лет назад, не помнишь? Ну, третья зима была. Третья зима, то есть это получается 19-й год. Да, наверное, да. Значит, получается, в 2019 году мы произвели утепление этого цеха. Использовался здесь пенополиуретан марки BASF 35-й плотности. Давайте спросим, как живется здесь, Сергей? Ну, здесь очень тепло. Это без преувеличения. Отопление здесь идет теплый пол. Он не постоянный. Оставляется только на ночь. И печка на отработке. Могу сказать, что зимой минус, то есть при любых минусах, то есть вот какие эти три зимы были, там и минус 20. За ночь здесь температура была, ну, опускалась плюс 12, это край. На ферму посмотри, по фермам пена опускается ниже, это сделано специально для того, чтобы уйти от промерзания профлиста и сместить немножко точку росы, чтобы фермы не сгнили. А такого решения ты ни одним другим материалом просто не сделаешь. Ну да, да, да. Считали как бы пенопластом, и это получалось дешевле. Но мне все сказали, сгниет все нахрен. С пеной? Нет, с пенопластом. Да, с пенопластом у тебя зимой. В итоге я очень доволен. То есть я не ожидал сам такого результата. То есть здесь даже избыточно тепло. Это был железный ангар, полностью дырявый, продуваемый всеми ветрами, то есть профнастил на профиль, металлокаркас, соответственно, это и капала крыша с саморезов, и было куча щелей, то есть не подготовленный полностью ангар, за один день пропенили, и, в принципе, все. Ну, что послужило выбором ППУ, понятно, а почему выбрал именно нас? Когда определился, чем буду утепляться, в Нижнем Новгороде нашел три конторы, которые предлагали это утепление, пена, напыление. И просто банально не нашел, где пощупать, где потрогать. То есть офисы, просто офисы, то есть без каких-то стендов или что-то. Здесь подъехал, показали, подожгли, даже помню, показали, что не горит. Вот, все объяснили, рассказали, приехали, вот, посмотрели. То есть все, в принципе, устроило. И отношения, и как бы подход. То есть выбрал пену, приехал, посмотрели, убедился, что решение, наверное, правильное. Все, до сих пор не жалею. Ну, спасибо. Если нужно отремонтировать мотор, сервис 100 корейцев. Ну, а если нужно утепляться, пена НН, Нижний Новгород. Спасибо. Спасибо. Ребят, также к вам ко всем просьба, у кого появляются идеи, что с этой пеной можно сделать, где ее поджечь, где ее раскатать, куда ее вдуть, кому ее вкачать, пишите, звоните, если будет такая возможность, мы обязательно проведем эксперимент и, может, даже позовем именно вас.